У нас недавно здесь проходил фестиваль в морском. Скажите, вы чем-то отличаетесь от них принципиально? Мы музыкальный фестиваль. У нас обычная светская программа. И в этой программе состоит из мастер-классов для взрослых. Это ремесленничество. Это психология. Это досуговая программа. И музыкальная программа, которая касается определенных направлений музыки. Ну, чтобы их перечислять, я скажу, что мы не роковый фестиваль, и мы не панковый фестиваль. Мы как бы фестиваль этнической музыки, фолк-музыки, регги-музыки. И именно такой фестиваль, он помогает без так называемых хедлайнеров давать возможность молодым талантливым группам именно найти своих слушателей. Прозвучать. Да. Вот это одна из наших стратегических задач. Другая стратегическая задача – это формирование позитивного мышления и позитивного мироощущения у участников нашего открытого сообщества. У нас каждый день проходит более 5 видов йоги, 5 видов различных оздоровительных гимнастик. У нас такая задача, чтобы создать условия для реализации человека во всевозможных областях, где есть интерес. Ну, в данном случае у нас был маленький фестиваль. И поэтому у нас не было, например, там фотодела или там еще каких-то специфических вещей. Но у нас были лекции по экологии, у нас были лекции по гражданскому сознанию, по здоровому образу жизни, по йоге, психологии, по ремесленничеству, по заплетанию косичек, по рисованию, по воспитанию детей и так далее, так далее, так далее. То есть у нас днем идет обширная программа мастер-классов, а вечером идет как вас встретил эта глава района, это как большое культурное событие, и мы, в принципе, привлекаем сюда и местных жителей, как разного возраста. Здесь у нас проходят мастер-классы, более 70 видов мастер-классов, от ремесленнических, от лепки, причем филимоновская игрушка, мастер-классы по рисованию, мастер-классы по мыльным пузырям, очень большая детская площадка. Я, кстати говоря, вот ее курирую. Поэтому я думаю, что вся проблема не до информированности местных общественных организаций, которые слабо участвуют в общественной жизни. Что, собственно, нам глава и сказал. Замечали вы, чтобы употребляли наркотики? Легкие, тяжелые, пьянствовали? Вы знаете, у нас мы принципиально против использования каких-либо веществ, которые как-то неадекватно составляют неадекватно нести человека. Более того, у нас есть служба. У нас три уровня отслеживания этих проблем. Первый уровень – это наша собственная внутренняя служба, да, дружинники, которые занимаются охраной и отслеживанием таких ситуаций. Это первый уровень. Второй уровень – это нанятый ЧОП, который также параллельно, независимо от нас, производит те же самые действия. И третий уровень – это, собственно говоря, милиция, которая присутствует здесь и также отслеживает. Я думаю, что вместе мы сможем решить эти проблемы гораздо эффективнее. То есть такие проблемы есть? У нас есть группа медиков, и обычно любая из этих служб, если она отслеживает пострадавшего, то она его припроваживает в медпункт. За 7 дней фестиваля у нас не было ни одного вызова. Спасибо. I'm gonna make a girl. Don't let me buy my hat.
I wanna know about Gucci Gucci man, don't you know what I mean? Everybody knows I'm here. Gucci Gucci man, everybody knows I am. Everybody knows.